подписчикам и новым зрителям. С вами я, Юля, и я очень рада видеть вас всех на своем канале. Сегодня снимаю очередное DIY видео, в котором покажу, как сделать супер классное желе для душа. Рецепт очень простой и повторить сможет каждый из вас. Ингредиентов понадобится просто минимум, я думаю, что вы их даже сможете найти у себя дома. Итак, первое — это желатин. Самый обычный желатин, который вы можете купить в магазине. Второе — это горячая вода. Третье — гель для душа. Абсолютно любое, желательно с ароматом, который вам нравится. И также понадобится емкость, в которую мы будем заливать желе. И по желанию одушки и красители. А желе я буду делать не обычное, а космическое. Как это, спросите вы? А дальше все сами увидите. И если вы еще не смотрели мой видеоролик, в котором я делаю космическое галактическое мыло, то здесь или внизу оставлю на него ссылочку. Обязательно посмотрите, я уверена, что этот процесс вас так же, как и меня, затянет. Если хотите больше, больше и еще больше подобного DIY видео, то ставьте лайк и пишите ваши запросы в комментариях. Ну а сейчас давайте приступим к изготовлению желе. Поехали! Итак, первое, что я делаю, отмеряю столовую ложку желатина и заливаю кипятком. Воды мне понадобится 30 мл. Хорошенько все перемешиваю, чтобы желатин полностью растворился, затем добавляю 30 мл геля для душа. Гель я выбрала с нейтральным цветочным ароматом, чтобы потом можно было добавить еще и одушку. Добавляю голографические блестки побольше, ведь наше желе не обычное, а космическое, и оно должно сиять. Добавлю еще и перламутровых голубых блесток, они создадут красивое мерцание. В качестве аромата я выбрала одушку «Свежая клубника». Очень приятный и вкусный аромат. Теперь разделяю нашу желеобразную массу в 3 стакана и в каждый добавляю краситель. В первый розовый, во второй фиолетовый и в третий голубой. Хорошо все перемешиваю. Беру пластиковую форму и сперва заливаю тонким слоем голубой цвет, затем одновременно розовый и фиолетовый. Острым предметом делаю свирлы, космические завитки. Добавляю голубой цвет и ставлю желе на 30 минут в холодильник. Прошло полчаса, мое мыло застыло, и сейчас я буду извлекать его из формы. Смотрите, какое оно твердое. Немного вот так вот откинаю края. И сейчас оно легко выйдет. Смотрите, какая у меня получилась красота, как изумительно только переливаются блестки. Хочется смотреть на это и смотреть. Сразу создается такое вот новогоднее настроение. А мне очень нравится то, что это мыло пластичное. Оно, знаете, вот похоже на такой вот кусочек резины. И при этом оно совершенно не рвется, не распадается на две части. И сейчас давайте посмотрим, как это мыло будет работать в душе. Мы с вами переместились в ванну. Тут мыло сверкает еще лучше. И давайте посмотрим, какая у этого желе пена. Открываю воду.
видео идея, то напишите мне об этом в комментариях и обязательно поставьте лайк. Также, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых видеороликов на подобную тему, а их я буду снимать очень часто. Я надеюсь, что, посмотрев это видео, вы получили порцию вдохновения и заряд хорошего настроения. Ну, а с вами была Юля, буду с вами прощаться и до встречи в новых видеороликах. Всем пока!